Движение поездов на Восточно-Сибирской железной дороге полностью восстановлено. На станции Мигед, где 28 января сошли с рельс 30 вагонов, груженных углем, завершены восстановительные работы. На устранение последствий ЧП потребовалось несколько дней. За это время сразу несколько пригородных поездов и поездов дальнего следования были задержаны. В свою очередь, расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия, продолжается, как и уточняется сумма ущерба.